Здрасте. Вишневый, как вы любите? Спасибо. А вы кто? Я Артем Стрелецкий, психотерапевт. Решаю любые проблемы за один сеанс. У меня долгов на десятки миллионов. Мне было страшно. Я очнулась в одном лифчике на автобусной остановке. Жена от меня ушла. Скажи, что делать? Нужно съесть целую луковицу. А ты точно психотерапевт? Точно. Самое время говорить правду. Позорище! Разведенка с прицепом. Какой ты мужик. Ты баба. Баба! Выбирайте оружие. Убьемся вместе! Давай! Ори громче! Вы ненормальный, да? А кто сейчас нормальный-то? Но если я взялся кого-то лечить, то делаю это до конца. Девочки, начинаем. Будет весело, поверьте. У тебя и методы. Изобретательно, но крайне неэтично. Знаешь, чем потом занимаюсь? Заткнись. Как ты посмел ставить опыты над моим отцом? У него Альцгеймер. Он меня уже не узнает. Я единственный специалист, который может тебе помочь. Ты что, ты река попутал, а? Я жизнь сломал, Нина. В Москве вообще остались места, где тебя не били? Пап, ты меня пугаешь. Только чужим людям можешь помочь жизнь наладить, а своим ни хрена ты ничего не можешь сделать. Мы все не идеальны, все совершаем ошибки. Но прошлое – это свершившийся факт. Но в ваших силах поменять свое отношение к нему. Всего один сеанс. Выбор с тобой.